Сегодня я разработал маршрут своего музейного марафона так, чтобы он был наиболее рационально по прохождению. И начну я с самого близкого мне объекта, с Пантеона. Это внушительное здание, все-таки не собор, а монумент национальной славы и истории. Хотя строился в конце 18 века как церковь Святой Женевьевы. Именно житию святой Женевьевы Парижской посвящена живопись Панно. Ее молитвами якобы были остановлены орды Аттилы в 451 году. И именно она уговорила вождя новых пришельцев, франков, Хлодвига, принять христианство. А это коронация Карла Великого в Риме в 700 году. Чудесное явление французской девы Жанны д'Арк, ее славы и мученической смерти. Мерно отсчитывает ритм и доказывает вращение Земли маятник Фуко. Великая революция, великие войны. В крипте захоронения великих граждан Франции Мирабо, Руссо, Вольтер, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Жан Жорес. Thank you.
Автор проекта, архитектор Жермен Суфло, также похоронен здесь. Еще одно подтверждение тому, что наш квартал недаром именуется латинским. Это руины римских бань. По латыни они именовались термами. Эти были большими северными термами. И сами римляне, и цивилизованные ими галлы весьма уважали гигиену. Однако в средние века с банями и было надолго покончено. На месте разобранных терм с 14 века был построен дворец. Парижское представительство богатого бенедиктинского аббатства Клюни из Бургундии. И теперь здесь находится музей средневекового искусства. Кое-что здесь можно увидеть и из тех самых бань, и того, из того немногого, что сохранилось в Париже из античной эпохи. Но хоть кое-что осталось, гораздо больше античности можно обнаружить на юге Франции. В этом мы позднее убедимся. Этот замечательный музей собрал множество предметов искусства, найденных при раскопках, гобелены из городских замков, элементы витражей из церквей и соборов города. Seul reproche au demeurant qu'ait pu mériter mes parents, c'est d'avoir pas joué plus tôt le jeu de la bête à deux dos. Je suis né, même pas bâtard, avec cinq siècles de retard. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. À que n'ai-je vécu, bon sang, entre 14 et 1500, j'aurais retrouvé mes copains
autour de la pomme de pin. Tous les beaux parleurs de jargon, tous les promis de Montfaucon, les plus illustres seigneuries du royaume de Truanderie. Après une franche repue, j'eusse aimé toute honte bue, aller courir le cotillon. А вот здесь мы видим те самые статуи иудейских королей, которые были сброшены с фасада собора Парижской Богоматери во время революции. Их не так давно обнаружили, когда проводились работы по раскопкам на Папертной площади. Ces jolis temps bénis ne disaient pas toujours nenni, qui faisaient le mur du couvent, qui Dieu leur pardonne souvent. Comptez les baisers, s'il vous plaît, avec des grains de chapelet. Ces petites sœurs trouvant qu'à leur goût quatre évangiles, c'est pas beaucoup, sacrifiait à un de plus l'évangile selon Vénus. Témoin la baisse de pourra, qui fut, qui reste et restera la plus glorieuse putain de moine du quartier latin. À la fin, les anges du guet m'auraient conduit sur le gibet. Je serais mort, jambes en l'air, sur la veuve patibulaire. En arrosant la mandragore, l'herbe au pendu qui revigore, en bénissant avec les pieds les ribauds de s'apitoyer. Hélas, tout ça, c'est des chansons, il faut se faire une raison. Les choux-fleurs poussent à présent sur le charnier des innocents. Le trou de la pomme de pin n'est plus qu'un bar américain. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Truanderie. Je mourrai pas à Montfaucon, mais dans un lit comme un vrai con. Je mourrai pas même pendard, avec cinq siècles de retard. Ma dernière parole soit quelques vers.